И увидел я новое небо и новую землю. Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое», и говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истины и верны». И сказал мне: «Совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой». Как стремится душа в приготовленный дом для меня, когда думаю я о славе той, что спасенных ждет. Сердце вмиг мое воспрянет, что же там приготовил Бог. Я Иерусалим, где узрю Спасителя, всем сердцем льну. В Иерусалим мой дом, там мой покой. Знаю город тот из улиц золотых озаряет вечный свет. Врата из камней неземных описать красу слов нет. Там песнь поют Thank you.
побеждающий унаследует все. И буду ему Богом, и он будет мне сыном.